Всем привет, меня зовут Надя Шмафин, это игра, которая называется ОПИА. Тут уже бухлишко стоит. Начнем старт и посмотрим, что за прекрасное начало дня у нас с бухлом. Эй, привет! Ты все хорошо здесь? Ты что-то в пространстве потерялся? Здорово. Ты... Наконец-то ты очнулся. Ты находишь себя сидящим за кухонным столом. Этот стол не твой. Ты связан! Ты связан! Подумаешь, господи, свиданка со связанным... кто я? Мужик, женщина? Не знаю. Наверное, мужик. Я рада, что мы наконец-то выбрались на свидание. Ты знаешь, ты реально домашний чел. Домашнее тело. Но посмотри, теперь-то мы можем позависать у меня дома на свидании. Вместе, мне это нравится. Теперь ты проснулся. Мы можем наконец-то заказать немного еды. Что ты... Какое у тебя настроение? Для чего ты готов сегодня пожрать? Ну давай фастфуд пожрем. О, звучит отстойно. А что тебе не нравится фастфуд? И что такое? Типа, ты меня будешь кормить гамбургерами, весь измажешь, как свинья, и придется меня еще и умывать? Почему ты на меня смотришь? Я что, не в твоем вкусе, что ли? Это как-то странно. Я даже не знаю никаких мест доставки. Да я, честно говоря, тоже. Так что, может, ты пойдешь готовишь? Ну, или хотя бы бокалы налить, я не знаю. Сейчас подбухнем. Там дальше дело лучше пойдет. Ты тертуешь в своей голове о том, как выбраться и посмотреть прям в ее глаза. Так много мыслей проходит через твою голову. Почему ты здесь? Как ты здесь оказался связанным? Кто этот человек? И более... И самое важное, а что ж пожрать-то? Что ж мы сегодня будем жрать, женщина? Привет, ты здесь? Ты забыл, что мы на свидании? Я напомню тебе, что мы только что встретились. Помнишь? Помню. Я помню, да? Я все помню. Хорошо. Я немного волновалась. Может... ты просто немножечко упал и повредил себе головой, прежде чем прийти. Честно говоря, ты не сказал мне свое имя. Ну ты не сказал мне свое имя? Только не говори мне, что ты забыл. Давай, вспомни, как тебя звали. Ну, предположим, что я мужик, который шел на свидание, поэтому меня будут звать Вася. Меня звали Вася. Что? Нет, глупый. Это Кира. Она спрашивает, как ее зовут. Тебя зовут Вася? Тебя зовут Вася, спрашиваю я ее. Ну да, мне... Я думала про меня речь. Ну ладно. Ладно, пусть тебя зовут Кира. Я не знаю, зовись хоть, я не знаю, Наташей, хоть кем угодно. Мне все равно. Что будем жрать? Когда нальешь? Когда нальешь, тогда быстрее определимся, что будем жрать. Ну, Кира, супер просто, как заклинание. Ты там что-то пытаешься правой рукой поводить, но она связана. Что-то тебе говорит, что если ты будешь дергаться, то у тебя кожа повредится. Просто чтобы ты знал, я нашла тебя так в своей квартире. Ну и ты решила, что называется... У тебя, я так понимаю, давно не было партнера. Поэтому ты решила, ну а что добро пропадать? Ну у меня уже какой-то связанный мужик в квартире есть. Че, я принесу вина, сейчас будем знакомиться. В конце концов, он уже связан, и чего? Я нахожу, что эти веревки это очень модный выбор, словно какой-то тип. Словно мы все привязаны к стулу, как к жизни. Или ты такой счастливый насчет этого свидания, что ты хочешь остаться в этом, на этом стуле, привязанном навеки? Или, может быть, это просто какое-то очень странное дерьмо? Я не знаю. Ну, типа, я реально балдею от тебя, говорит. Я балдею от тебя.
А как ты говоришь сердечки так громко? А, вот это просто сделай. О-о-о-о-о-о. А ты что, какой-то андроид, что ли? А, ладно, я жрать хочу. Давай что-нибудь закажем. А, что-нибудь клевое. Надеюсь, тебе нравится по. Какая-то вьетнамская еда, походу. Не знаю, я ее не пробовала никогда, но я знаю, что такая существует. Здоровенько! Она что-то ходит по комнате и заказывает жрачку. У нее такой современный домашний дизайн. Очень полезно. Ну, давайте попробуем найти что-нибудь острое. Хотя я на самом деле могу сейчас подождать, сохраниться. Найдем что-нибудь утренькое. Перец там, я не знаю. Так, ты что-то рядом находишь? Атлас, пластик. Все это подозрительно. Ты пытаешься использовать нож, чтобы повредить веревку. Кира все еще говорит по телефону. Она не замечает. Эй! Ты что там делаешь? Только не говори мне! Тебе что, надо пописать? Что значит нет? Ладно. Давай оставим все как есть и будем ждать еду. Просто игнорируй это. Тебе что, я не нравлюсь? Бупс. Давайте прям как дурачки скажем бупс. Интересно, нас побьет или нет? Аха-ха-ха. Нет, что-то как-то недовольна. Я не ожидала, что ты такой очаровательный. Я так понимаю, что тебе любое существо мужского пола подойдет, да, неважно, что оно говорит. Что ты обо мне думаешь? Он уже сказал, что это... еда. Это все, о чем ты думаешь? Это то, что я, типа, еду перевариваю? Что? Это свидание становится очень странным. Ты не в том настроении, не те вайбы мне тут создаешь. Я тут следую правильным шагам, но все еще не чувствую, что идет верно. Ты ведешь себя странно. Я чувствую, словно ты даже не человек. Кто ты? Ты кто? Что? Что? Что такое? Что происходит? Свидание завершено. Подождите, какое свидание завершено? Подожди. Давайте ничего не делать. Ты ждешь, когда Кира завершит свой звонок. Давайте будем просто жрать еду. В конце концов, меня бесплатно сейчас напоят, накормят. Возможно, еще, как говорится, в постель уложат. Буду я тут сопротивляться? Нафиг мне это надо? Так, спасибо. Теперь что мы будем делать? Ты что делаешь? Хочешь воды? А, какая вода? Тут вино стоит. Давай, наливай. Мне обычно люди не часто приходят. Я не знаю, как это работает. Я становлюсь странной. Если ты не будешь задаваться вопросом, странно ты там не странно то, что делаешь, будет лучше. Так, игнорируй это. Игнорируй голоса в голове свои. И давай просто поедим и попьем. Так, что ты обо мне думаешь? Ну, твоя персоналити прям супер. Я прям так хорошо про тебя знаю. Я такой персик, говорит. Ты такой персик? Слушай, ну я на твою жопу, если честно говоря, не рассмотрела, чтобы знать, какой ты персик. Или ты голоса в голове говорят, что ты персик. Ты какой-то фрукт? Что происходит? Я не понимаю. Иногда я думаю, что же мой тип? Как привлекать людей? Ты хочешь знать, что делает тебя таким особенным? Я не знаю, я пить люблю, есть люблю. Вот это я очень особенный в этом случае. Давайте скажем, что я... Пук-пук-пук. У меня отличное чувство юмора. Да, ты всегда знаешь, как меня развеселить. Да. Но это не так. Но близко. Твоя кожа. Чё моя кожа? Ты хочешь снять мою кожу и надеть на себя? Время летит. И еда приезжает. Еда приезжает, она бухает в одиночку. Я не понял. Какого хрена?
Подожди, еда приехала, а меня не кормят. Меня не кормят и не поят. Она бухает винище одна в одно рыло. Сучка! Ты находишь, что это свидание на самом деле довольно милое. Вы мило проводите время с Кирой и говорите. Она становится очень миленькой девушкой. Ты надеешься, что будут еще свидания? Хороший конец. Хороший конец. Хороший. Очень хороший. Хороший конец? Это все? Я хочу чего-то другого, говорит. А что ты хочешь? Ты уже все сожрала и выпила. Что ты хочешь-то? А, я хочу, чтобы ты остался. А, так холодно здесь. Не оставляй меня, хорошо? Ну ладно, давай. Спасибо. Да пожалуйста. Туп-туп-туп-туп-туп. А что, какие энерги? True love. We shall see other people. То есть у меня еще каких-то три не открыто. А, ну что, ну... Ой, а как вернуться назад? Ну ладно, давайте еще поговорим с ней. Эй, hello, hello. Hello, 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 hello. А почему связан? Как это случилось? Ты здесь? Ты забыл о том, что у нас свидание? Я просто напомню тебе, что мы встретились впервые. Помнишь? Нет, не помню. Мы натолкнулись друг от друга в торговом центре, помнишь? Ты пошутила, что я очень сильно смеялась. Мне было больно. А я не помню. Нет, ты ничего не помнишь? Ты, может, это более серьезный? Мы встретились тогда в библиотеке. Мы оба уронили книги на пол. Или, возможно, мы встретились на концерте, или на улице, или в приложении для свиданий. Чё тебе надо? Я никак не могу вспомнить. Ты мне не сказал свое имя. Не говори мне, что ты забыл. Давай, вспомни, как там. Подожди, так мне же сказать, как ты? Как тебя зовут, что ли? Тебя зовут Кира. Это я уже знаю. Хотя нет, с другой стороны, я же не знаю, тебя зовут Люся. Ты же смеешься? Нет, я Кира. Так, так. Отпусти меня. Сорян, чувак, но у меня кончается терпение, и мы тут должны тусить так-то. Я голодна, что заказать? Надеюсь, по. Жевать свои, что ли, веревки? Не знаю, давайте жевать свои веревки. Нет, найти что-нибудь остренькое найти. Ты еще не видишь, что я там делаю? Так, так, так. Сказать, выпусти меня, выпусти меня, выпусти меня. А, ты же не из тех, кто ведет себя, как в твоих мультиках. Как там тебя назовут снова? Цундари? Че? А, цундере, она имя хочет сказать, что я цундере, но на самом деле нет. Ты такой милый, а что ты обо мне думаешь? Жевать свои веревки. Жевать свои веревки. Прямо на глазах буду жевать свои веревки. Что ты делаешь? Ты что, животное? Честно, ты ведешь себя очень странно на этом свидании. Даже не как очень хорошее животное. Ты словно какое-то безмозглое существо из океана. Нет глаз, ни рта. Нет никакого чувства направления. Я думаю, что они существуют только потому, что они страдают. Они же ничего не могут делать в этом мире. Словно как ты. Так, а что-то она злится. Она меня сейчас зарежет. Она берет нож. Как твой, только настоящий. Ты знаешь, что это реально приносит мне боль? Я тут еды нам заказала вообще-то. А ты себя так ведешь. И мне не очень нравится. Что тебе вообще во мне не нравится? Мое лицо, мое тело? Еще скажем это. Пук-пук-пук-пук. Кроме пук-пук, мы скажем еще и что она ужасна. Спасибо, что ты честный. Дай мне тебе помочь. Это тебе нужно. Спасибо, что пришел. Ой. Ой, она меня там огрела. А если бы я сказала, что я ее там люблю? Люблю, не могу сказать, что у нее волосы. Не проблема, волосы запутанные. Ну да. Спасибо за твою честность.
Нет, женщина, если ты скажешь, что у него усы запутаны, не оценит. Ну хорошо, я скажу, что я люблю ее. Спасибо за ее честность. Приходи. Сука. Ладно, бывает. Ну, что это можно сказать? Bites you, bites you, bites you. Я тоже люблю кусаться, ном-ном. Но поскольку это наше первое свидание, я тебя кусать не буду. Я думаю, что это мой тип. Так. Что делает мне... Не знаю, что тебя там делает особенный или меня делает особенным. Вкус в украшениях. Ха-ха-ха. Возможно. Но не глупи. Это твоя кожа. Так, ты сейчас странно ведешь. Да, да, это завершено. Подожди, еще тоже это как-то это запуталось. Два каких-то рейтинга, которые надо получить. А как? Может, просто ничего не говорить ей? Может, просто уйти в молчанку? Я буду молчать, как рыба об лёд. А, я могу просто молчать, 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 молчать. Ничего не говорить. Это дома свидание. Свидание дома. Ты здесь не забыл, что на свидание ничего не говорить? Ты меня слышишь или ты забыл? Эй, все еще ничего. Может, ты мое имя скажешь? Она начинает терять терпение. Ты что все молчишь и молчишь? Ты, наверное, очень стеснительный. Я Кира, помнишь? Я нашла тебя в моей квартире. Да. Нашла ты меня в квартире, ничего не говорить. Ладно, я закажу, ничего не делать. Да, мой адрес прыгает как ненормальный. Спасибо. Так, а что ты ожидал? Очень тихо. Есть что-то еще? Я что-то не то делаю? Ты что с тобой? Вот это ее, конечно, накрыло. А может, это меня накрыло? Может, я какие-то не те таблетки при этом выпила? Будет очень грустно, если ты здесь. Так что скажи мне, что тебе нравится? Чего не нравится? Я буду молчать. Ну, ты знаешь, у меня есть представление о ком-то. Не как о человеке, а просто как концепт. Это странно, ты знаешь. Я схожу с ума по каким-то незнакомцам. А, она говорит, я сейчас говорю не с тобой, который передо мной, а с человеком, который, видимо, сидит за компьютером, то есть со мной. Ну, это, короче, очередное доки-доки, только не очень удачное. Я удивлена, что кто-то обратил на нее внимание без персональных каких-то приблуд. Как пустой бланк, ничего. И все, что надо, это быть влюбленной с тобой здесь. И кто угодно думает, что он монстр. Почему моя жизнь крутится вокруг твоей теперь? Ты существуешь, и что? Я тоже существую. Боже мой, давай со своей философией завязывай. Что будет в конце? Тебе скучно? Да, мне уже скучно читать эту лабудень. Ничего лучше не придумал? Ничего лучше не придумал? Не придумал. Кто я такая, чтобы судить? Я просто большеглазый фрик, который не существует без тебя. Это правда? Если ты не читаешь мои слова и не смотришь на меня, меня не существует. Но это имеется в виду, что если я игру выключу, то с точки зрения, наверное, какого-то ее существования заканчивается. Ну, это очередной доки-доки. Но давай пару минут. Ты действительно не хочешь со мной встречаться? На свидание не хочешь? Что ты думаешь обо мне? Да ничего я не думаю. Отстань. Ты болтливая, вот что я думаю. Ничего не сказать. Ее улыбка трескается. Ее тишина раздражает. Почему ты не говоришь со мной? Это больно, это очень больно. Я просто хочу с тобой поговорить. Скажи что-нибудь. Извини, что я в тебя в это все втянула. Ты знаешь, ты очень хороший слушатель. Я не думаю, что половина слов, которые я говорю, вообще есть какой-то смысл.
Они абсолютно не имеют ничего за пределом этой комнаты. А, но я знаю, что у нас была первая связь, когда я впервые увидела тебя в торговом центре. Ты носил, видимо, какой-то парик из Forever 31. А. Ну-ка, давай теперь поддохнем. Ну, короче, я манекен. Ха. А, было здорово. Это было очень практическое свидание. Я надеюсь, что им я понравлюсь. Свидание на практике. Вот так вот. Там еще какой-то есть эндинг, но, честно говоря, я ума не приложу, как мне его получить. Такая вот игра очень простенькая, с простеньким замыслом, с этой девчулей. К сожалению, я не знаю, как получить последнюю. Вот, а можно это бить по столу, скиппинг. Кто ты? Литерали, метерали. Да пофиг. Или что, или у меня получится все-таки. А куда это приедет? У нас есть время. Так, ничего не говорить. Но она ножом меня сюда режет. Ну, короче, свидание не удалось. А на этом все. Обязательно подписывайтесь на канал, ставь лайк, ставь комментарий. Всем спасибо и всем пока.